Так, а теперь мы отправляемся на педальном боте, как у них называется, по нашему катамаран, как он говорит. Сейчас поплывем, педали крутить будем. Для Яська жилетку? Окей. И для тебя? Мы на катамаране. Яся, как дела? Лево руля. Полный вперед. Прогулка на катамаране. Капитан корабля и два матроса. А какой у нас флаг, капитан? Какого цвета? Красного. Там что-нибудь нарисовано? На нем нарисовано. Там ничего не нарисовано. Просто красный флаг, да? Thank you.
А скажи о катамаране, сколько стоит? Дубль 2. Расскажи о катамаране, сколько стоит? Караматан. Караматан стоит 20 баксов. За час, да? Нет, за полчаса, по-моему. За полчаса. Но если выбирать каяк или катамаран, смотри, лежи. То лучше катамаран. Потому что он плывет быстрее и легче, чем гребсти. К тому же ты сидишь на сухом, а в этом каяке там вода в него все время стекает. И... Кстати, смотри, они вот здесь, они купаться здесь никак. Здесь одни ежи, там, где песочек там лучше. Они, получается, ходят на какой-то пляж сейчас. Смысла в этих вообще бедных водных виллах нету. Да, есть какие-то отели, которые... Была бы вилла, допустим, со своим бассейном хотя бы. Да, вот я и хотела сказать, да. Что есть такие вот отели, где вот есть смысл брать, вот переплачивать за эти виллы там, потому что, во-первых, уровень воды больше, там реально рыбки возле домиков плавают. И, во-вторых, у них иногда бывают свои бассейны. Или свой пляж песочный. Да, а тут ничего. Там, где проходит каяк, не проходит катамаран, поэтому лишний балласт сбрасывают за борт. Пока. Пусть сам себе плывет. Пока, папа. Опа. Успел. Господи. Резко затормозил ее. Нам нужно добраться до глубины. Мне крутить? Ясик, тебе понравилось кататься на катамаране? Да? Особенно, когда не надо педали самому крутить, да? Ну, круто. Хорошо. Сейчас будет столкновение двух лодок.